Доброе утро всем. Не знаю, кажется, я понял, почему у вас ничего не ловил сигналы, потому что он сломался. Так, сейчас попробую разобрать, вернее, все, кто столкнется, может тоже сделать. Так, здесь есть маленький винтик, видно вам дырочка. Берете такой набор, у кого есть, очень полезный. Тут много всяких бит. Мелкое можно разбирать. Приобретайте. Откручиваем этот маленький винтик. Далее разъем тянем аккуратно вниз. И смотрим, что здесь не так. Тут номера под цифрами указаны. И нам 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас откручу разъем от катушки. Прозвоним какой куда. Мне кажется, что-то там, кажется, не открутил, большой надо. Он вообще не разбирается. Прозвонить бы, конечно, это дело. Я не помню. По-моему, провод был отдельный, а может и нет. Ладно, сейчас посмотрим. Тут беда, кажется, один провод просто тупо отпал. Он должен быть здесь. Сейчас это дело попробуем подпаять. Аккуратно эту резиночку опустим. Посмотрим, получится ли у нас ее починить. Потому что сигнала перестал ловить для этого. Что странно. Сейчас я запишу, какие цифры. Какие провода под какие цифры идут на всякий случай. Тогда будем ремонтировать. Ладно. Смотрите. Так, снял эту резиночку. Конечно, не знаю, мне кажется, вот этот проводок должен идти на пятый. Отсюда не рискнул откручивать. Кажется, она не откручивается. Так, записал, какие цвета идут. Первые тут номера идут. Синий, белый, красный. Четвертый земля, потому что она, мне кажется, вот идет. Чтобы не замыкала. А пятый у меня ничего нет, соответственно. Сейчас я попробую взять паяльник, припаять пятому номеру и посмотрим, что у нас получится. Потому что прибор вообще слабо реагирует на все. Даже к металлу подносишь, ничего не происходит почти. Он пикает, но не так, как раньше. Ладно, берем паяльник, паяем, смотрим, что получится. Так, кому надо, может тоже пригодится. Картинку вставлю или на паузу поставите. Ладно, чиним дальше. Так, припаял. Будем первое пробное включение. Одел пока просто без разъема. До этого он вообще так не реагировал. То есть прибор ожил. Так что работаем дальше. Смотрите, может, кому-то будет и полезно. Лайки ставьте. Так, приехал я на пляж. Пляж уже опустел. Ну как пляж? Пляж-то так, линия чуть-чуть. Нашел здесь пробку. Всякая шляпа. Там хороший сигнал. 67. Не знаю, что это такое. Сейчас с вами попробуем онлайн найти. Камеру просто в рюкзаке заставлял. Так, вам вообще видно, что там происходит? Люди снимают. Прибор после ремонта надо было попробовать. 68-69, ну это скорее всего язычок от этого. А вот оно, наше золото. Пробка. Так что прибор заработал после этого. Этот я лопату не брал большую, смысла не было, так сказать. Взял
маленький совочек пластиковый. Конечно. Ходим, бродим, ищем. Что будет интересное, найдем, покажу. Чей-то шланг кто-то забыл. Может, ничего не найдем, как обычно. Ну, что-нибудь-то должно быть. Ладно, ищем дальше. Что-то пробивается. Что-то небольшое. Копаем, пока не выкопаем. Вот это что ли? Восемьдесят девять. Что это может быть? Копать совочком еще то удовольствие. Но сойдет. Алюминий вообще. Какой-нибудь опять мусор. Откопаем. Не может быть так глубоко. Потому что пляж похожен. Приборов все больше. Пляжи все меньше. Запах, конечно, от реки. Ржавчина опять какая-нибудь. О! Какая деталь. Что это? Такие вещи на пляжах встречаются. Это ж не ракетница. Какая-то алюминиевая фигня. Ладно, ищем дальше. Один 82. Пробка должна быть. Что-то глубоко опять мусорное. Ладно, глубоко это не будем даже копать. Шестьдесят семь обычно. Серебро должно быть. Навряд ли, конечно, оно здесь. Вот оно, наше серебро. А? Ищем дальше. Что надо бы
мешок взять, все это собирать. Куда мне это, некуда вываливать-то на велосипеде. Ладно, 5,80, опять глубоко. Это пробки. Ржавый металл. Не хочу даже откапывать. Надо что-нибудь. Солнце садится, что-нибудь ценнее находить. Ладно, будет сигнал, и включу еще раз. Так, сигнал 76-77. Тоже пробка выкопала. О! Пуговица солдатская. Офигеть, сколько ж ей лет-то. Ни за что бы не догадался, что она тут лежит. Столько по этому пляжу уже бродили. Она же не новая находка. Ладно, идем дальше. Восемьдесят шесть, 87. Так, видно вам там? Видно вроде. 86, 87. Ладно, приходится так раскидывать, чтобы понять, где находка. Здесь переместилась. Давай, золото, приди. У меня же без пинпоинтера не очень работается. Пинпоинтер тоже не брал. Глубоко. Не нравятся мне эти глубокие сигналы. Обычно глубоко мусорно. Или прибор стал лучше работать с проводом. А, о. О, деньга. Нибелунгов. Отлично. Не знаю, крышка чё-то. Хорошо сигналило. Да, еще одна находка. Вот. Идем дальше. Так, еще сигнал 60-61.
52. До этого убежал. Что-то здесь. Бегающий сигнал. Появился. Какой-то оплавленный кусок чего-то. Не знаю, на серебро не похоже. Ладно, ищем дальше. Возьмем, потом посмотрим. Насос работает, поля поливают из речки. Загрязняет. Что за шум, извиняюсь. Это не я. Еще сигнал. 75. Что-то замусорено. Вот она. Золотая пробка. Совсем мусорка. Катушка-то не такая. Ладно, ищем, ищем. Еще сигнал. 69, 66. 70. Когда убегающий сигнал. Опять какая-то шляпная мусорка. То, что не закопали. Банка. Ладно, ее закопаем. Блин, пляж бы почистить. А, говорю. Уже сумку не взял. Ладно, идем дальше потихоньку. Еще сигнал. 72, 74. Не оно. Опять глубокие сигналы. Априори тут не должно быть. Все должно выкопали быть. Опять помойка, значит, зарытая. Не будем копать. Очень глубоко. Идем дальше. Еще сигнал. 66. Ну, это как-то поверхностный. И пишет не глубоко.
Ну да. Кольцо. О, птицы заткнулись. Ладно, что, весь пляс прошли. Ничего особо не, нету. Ехать обратно, солнце сейчас сядет уже. Комары заедят. Ладно, движемся.